Всем привет! В сегодняшнем видео будет показан процесс изготовления стула, полноценного стула в стиле лофт. Само стула будет сделано из металлической трубы, именно мебельной трубы квадрат размером 40 на 40. Заранее сейчас порезал заготовки. Расскажу сейчас по размерам, не хотел утруждать показыванием самого распиления. И, в принципе, покажу процесс и само изготовление. Значит так, что мы имеем? Имеем переднюю и заднюю часть самого стула. Верхняя часть, вот эта длинная, высотой 90, нижняя часть и часть как бы сидушки высотой 40. Ширина стула тоже 40. Все запилено под 45 градусов. Как бы ширина 40 и квадрат стула тоже как бы будет 40. Все сварим. Все это, как говорится, вместе. Чтобы заготовочка имела при сваривании ровный угол, вставляю вот такой шаблончик, магнитный уголок для сваривания, который удерживает саму конструкцию, то есть уже в нужном состоянии, то есть при сваривании у нас всегда будет, как говорится, при начале сваривания у нас будет всегда четкий угол, что облегчит нашу как бы работу в дальнейшем изготовлении, ну и качество. Вот так, первую часть сварили, подготовили, края зачистили. Теперь выполняем, будем производить сварку в таком же самом стиле, но только задней части. Вот так сварили мы заднюю часть. Как бы считается, наверное, быльце сказать. То есть вот в таком она состоянии. Теперь мы должны ее соединить с передней частью и сделать саму сидушку. Выставляем горизонтальную сидушку по уровню и привариваем ее. Выставляем и привариваем вторую поперечку. Вот так соединили переднюю и заднюю часть. И вкладываем теперь внутрь перемычки для самого сидения. Приварил сиденье. И теперь осталось зачистить и зашлифовать полностью со всех сторон, просмотреть, как говорится, все швы. Вот такой стульчик у нас получился. Подшлифовали. Теперь обезжирить и вскрыть его лаком. И вот такой он и останется. Вот такие ножки забьются вниз после того, как он покрасится, полакируется. И на этом этот стул, как говорится, будет закончен. Все, что я хотел показать в сегодняшнем видео. Кому было полезно, ставьте лайки. Кому стул понравился, тоже. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Все, всем пока.